Я бы встал в позицию, это уже плюс. Некоторые просто делают так, что отходи. Это неправильно. Вы не должны тянуться. Да, то есть получается, вы тянетесь, а она взяла там мамашку, сделала, и вы такие, опа, вот это попали. То есть вот этот момент очень важен. Сейчас будем менять сторону, то есть противоположную станет уже по-другому, да. И тут эти моменты нужно исправить. То есть еще раз, вот мы двигаемся пока в медленной скорости. Нам не нужно скоростную скорость прям забивать, чтобы там ничего не получалось. Ни у первого, ни у второго человека. Просто спокойненько. Раз, два. И позиция. То есть либо она стала в позицию, либо как будто можно даже немножко атаковать. Ну, вот так, по ощущениям. Кто может, кто хочет. Так это один. Понятно? Вторая сторона. Готовимся? Yeah.